Если вы потребляете информацию просто потому, что вам кажется, что вы должны это знать, потому что, ну, это же умно, это же красиво, это еще что-то там, я не знаю, можно будет потом блеснуть это где-то, значит, толку от этого не будет никакого. Значит, вот это наше подсознание работает только в том случае, если оно реально озадачено. Если у него реально, ему надо реально решить проблему, вот тогда оно все эти факты начинает учитывать, взвешивать, перекручивать там, и так далее. Если вы просто предлагаете ему какую-то информацию, он так посмотрит и скажет, ну да, и черт с ним. Да, вот. Поэтому первое – это время, второе – это озадаченность, это способность вот, внутренне концентрироваться, надо понимать, зачем вам это нужно, реально этого хотеть, испытывать нехватку вот этого ответа, да, и целенаправленно его поиск осуществлять.